Партнер проекта – санаторий «Красный Яр». Многопрофильная здравница Прикамья. Всем привет, это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали. Мы находимся на пересечении улиц Советская и Максима Горького. Можно сказать, что исторический центр города. Так вот, этот перекресток на самом деле очень аварийный. Неоднократно здесь случаются аварии. И сейчас попробуем разобраться, почему. Движение здесь, потому что центр города, очень плотное. Напомню, что главная дорога по улице Максима Горького. Так вот, когда движешься по Советской, сам неоднократно замечал, на этом перекрестке напрягаешься, потому что головой приходится крутить в разные стороны, дабы в тебя никто не въехал или ты ни в кого-нибудь. Вроде ничего сложного, обычный перекресток, но как-то вот не очень хорошо здесь. Может быть, конечно, я сейчас кого-то удивлю, но на мой взгляд, здесь психологически неприятно, потому что дорога находится под уклоном. Ну, и не только это, сейчас расскажу. Как я уже сказал, движение здесь интенсивное. Поэтому, собственно, если ты движешься по Советской, приходится смотреть вправо-влево по несколько раз. Разумеется, от этого автоматически уже как-то напрягаешься. Плюс к тому, что если ты проскочил перекресток, то везде здесь пешеходный переход. А если движется пешеход, нужно резко тормозить. А если, допустим, едет водитель сверху, от Ленина по Максима Горького, то ему под горку, особенно в зимний период, тормозить, ну, сами понимаете, что может случиться. Вот, кстати, мы сейчас с оператором находимся на этом участке, стоим 15 минут. И вот, как я уже сказал, под уклоном перекресток, неприятное ощущение, как будто в другой реальности. Вот. Если кто считает меня сумасшедшим, обратите на это внимание. Вот постойте здесь минут 10 и все поймете. Вопрос, нужен ли здесь светофор? Объективности ради не помешал бы. Но в то же самое время, на мой взгляд, можно здесь снизить аварийность и обойтись без светофора. У нас в городе любят устанавливать так называемые мини-кольца, круговое движение, вот на таких маленьких перекрестках. Мы неоднократно в программе рассказывали участки, где эти вот самые мини-кольца установлены нецелесообразно. А вот здесь я был бы только за. Вот, собственно, соседний перекресток улиц Советская и 25 октября. Несколько лет назад здесь установили так называемое мини-кольцо. Аварийность снизилась в разы. Я здесь, кстати, ни разу не снимал, потому что абсолютно целесообразно здесь установлено вот это кольцо. Ах, если бы я был и мог принимать какие-то решения. Но я лишь констатирую факт. Здесь аварий фактически нет, а на соседнем перекрестке случается и довольно-таки часто. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, ну и самое главное, удачи на дорогах. Пока!